Че, Егор, не играешь? Играй. Мне интересно послушать, как ты играешь. Нечего. Так нет, а вот сейчас вот что ты играл? Ну-ка, сыграй еще раз. Это песня какая-то или что? Это мелодия. Где Саша учил. Где аккорд? Ну, так сыграй мне. Первый я их учил. Сыграй еще раз. Такое ощущение, как будто это, мил... это песня какая-то. Но она больше такая, почувствуй. Ну-ка сыграй, я так и не поняла тебя. А ты видеоуроки смотрел по игре на гитаре? Да. И чё? Приложение скачивал. И чё? Немного такого. Я кузнечика выучил. Кузнечика-то я знаю, что ты хорошо на гитаре играешь. Да. Не, я уже забыл, как играть. Уже опять забыл, как играть на гитаре, кузнечик? Да я вообще забыл, как играть. Я забыл на природу ставить. Давай. А, отрывай, отрывай. Давай маму тут, пока тут обои отдирает, ты маму это поразвлекаешь. На гитаре поиграешь, мама посмеется. А? Какое приложение? Зачем? Так ты сейчас какую-то играл, ведь что интересная мелодия была. Да, то, что можешь отрывать, Оксана, отрывай. Что можешь отрывать, отрывай. И что, это все три раза плякнул? Так нет, я тебя прошу ту мелодию сыграть, которую ты до этого играл. Да я, блин, вспомнить не могу, что, как эта песня называется, потому что что-то... Песни. Это от песни мелодия. Я тебе говорю, что это от песни мелодия. Давай в музыкальную школу я тебя запишу. Неохота. А что неохота-то, Егор? Там все равно уже научат аккорды, тебя научат делать. Музыкальную школу это что? Музыкальная школа – это там, где учат на инструментах играть, учат аккорды, учат все. То, что ты интернет, по интернету это учишь, это, конечно, хорошо, это ты молодец. Но вот там ты все равно там придешь, писать будешь, со своей гитарой будешь туда ходить. У меня нету гитары, я хочу тоже туда пойти. У меня нет гитары. Ты на пианино будешь играть. А ты на пианино? У нас пианино есть, что ли? Так у них есть, если что-то надо будет пианино нести. Вот вот по школу будет. Не, на акулеты можно, можно и акулеты купить. У меня, у нас это была синяя. Это акулета тоже наподобие гитары. Это мини-гитара. Да, это мини-гитара. Вот это как гавайская. Да-да-да, я уже думала записать Оксанку туда и купить ей акулету. Играть на гитаре это то же самое, как играть на акулете. Ну да. Только на акулете там 4 струны, на гитаре может быть 4-6 и более. Фух. Все понятно. Помощница. Че ты спряталась? Не, там не 17. Отрывай, отрывай. Егорка, время сколько? 16:46. О, скоро в садик идти уже. Да, такими темпами. Да я имею в виду то, что садик отвлекаешься, в город ездить отвлекаешься. Блин, полдня на этот город один раз ездил, блин, полдня, считай, потерял.
завтра поеду документы делать, и плюс мне на это в школу зайти, Кате за питание заплатить 700 рублей. Чем? 700 рублей Кате за питание надо заплатить. А что, ой, там нельзя было с собой еду? Но она не захотела с собой брать что-то. Я ей предлагала. Она сказала, я в столовую буду ходить. Я по уткам ем. Она не захотела. Вот так вот и получается. Дурдом. Да, Егорка? Я говорю, так и получается дурдом. Ты, Оксана, у нас бесплатно питаешься. Почему? А если громче? А? А громче не пробовал играть? Ты очень тихо играешь. Я еще не знаю, играть быстро, медленно. А ты старайся громче играть. А чтобы лучше звук ты слышал, когда ты тихо играешь, ты не слышишь свои ошибки. Когда я громко, я вообще это слышал, и когда я громко играю, у меня это в уши отбивает. Ну ладно, играй. Я буду слушать, хоть меня поразвлекаешь. Я учусь играть. Все, я молчу. Ну, ты молодец. Главное, что ты учишься ведь. Ты же молодец. Ты о гитаре мечтал долго. Ты много мама, лет меня упрашивал гитару купить. Мама. Да. Где я знаю, что ты на Новый год попросить? Что? Музыкальный какой-то инструмент настоящий. Собирать. Mm. Да. Гармошку не надо. Нет, я не умею. Не надо гармошку. Тогда у нас тут будет день и ночь гармошка играть. Это я уже на 100% уверена, поэтому не надо. Не надо. Я не умею. У нас тогда папа будет день и ночь на гармошке играть, не надо. Ксюша там что-то разошлась. Кстати, где наша гармошка? Папа ее отдал дед Саше. А зачем она? Не знаю, зачем отдал. Мог бы играть, но что-то не было. У нас был баян. Баян? Да. И папа добрая душа отдал дед Саше. Он же не подумал, что вы будете учиться. Он взял и отдал. А то, что вы хотите учиться, это ладно. Ку-ку. Учись, сына, учись. Ты молодец, ты уже хорошо играешь. Да. Это я только знаю максимум 0,4 или 5. Ну, ты, главное, молодец. Потом будем возле костра на гитаре играть. Почему он сказал? Мы будем мясо жарить на улице летом, а Егор будет нам на гитаре играть. Да, Егорка? О, дай мне кисточку. Кого дай тебе? На. Давай. Вот.
Только аккуратно пальчиками. Чуть-чуть осталось разделать. У нас уже вечер, я пошла в садик. С ремонтом ничего путем не снимаю, поэтому уж простите, сегодня немножко засняла. Знаете из-за чего? Из-за того, что Егор снимал. Сидела, играла на гитаре. Надеюсь, что вам было слышно. Прошу сильно не критиковать, потому что ребенок только учится. И вот Оксаночка мне помогает, со школы приходит. Так что так, ладно, я сейчас иду в садик за Ваней и за Мариной. Потом приду и больше, да, дальше буду делать ремонт. Надо еще, дети просто ленивые голубцы приготовить. Будем еще ленивые голубцы готовить. Всем всего самого хорошего желаем. Так, пришла за Мариной. Смотрите, что они тут сегодня делали. Это вы снеговиков лепили? А, вот скажи всем привет. Да. И вот так вот. Лепили сегодня снеговиков. Молодцы. Мама, красиво налепили. Как много птичек. Да, какая красота. Тебе не видно птичек? Скажи всем привет. Привет. Фотку. Потом пока. Я не фоткаю, я на видео снимала. Смотрите, как много птиц летает. Красота.